Считая приоритетом направление в работе повышение качества предоставления образовательных услуг обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, школа-интернат номер 89 с 2016 года является региональной опорной профессиональной площадкой по адаптивной физической культуре. За прошедшее время организовано 30 региональных мероприятий, соревнований и мастер-классов, в которых приняло участие более 1000 человек, из них 350 человек – это здоровые сверстники и волонтеры. В 2017 году присвоен статус ассоциированной школы ЮНЕСКО. Таким образом, школа-интернат номер 89 стала единственной образовательной организацией, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы в Приволжском федеральном округе и вошедшей в число участников международного проекта. Это позволило детям с ограниченными возможностями здоровья участвовать во всероссийских и международных мероприятиях. С 2017 года является региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. В ресурсный центр входят следующие подразделения: информационно-аналитическая служба, методическая служба, консультативно-диагностическая служба и коррекционно-образовательный отдел. Ну, мы не стоим на месте, мы всегда в каких-то проектах. И вот в 2019 году Ульяновская область принимала участие в национальном проекте образования, федеральный проект «Современная школа». И уже известно было в 2019 году, что распределились как бы с 2020 по 2024 год будут вот в этом проекте 9 школ Ульяновской области. В 2020 году 2 школы, это наша школа и еще наши коллеги школы-интернат номер 88. Реализация мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья позволит обновить материально-техническую базу в имеющихся учебных мастерских, оснастить их современным оборудованием. Мы закупили оборудование для кабинета химии, физики, такое современное очень оборудование для лабораторных работ, для исследований. Мы закупили оборудование для наших мастерских, а самое главное, нашим детям, я вначале сам сказала, что социализация. И вот мы дооснастили мастерскую швейную и по мастерскую по полиграфии. Кроме этого, мы по доп. Образованию направление развиваем. Это робототехника, это кино-видео-студия, мульт-студия. Проводимые мероприятия будут способствовать внедрению и апробации новых технологий, адаптации и социализации детей с расстройствами аутистического спектра на территории региона, развитию профессиональных компетенций специалистов и привлечению внимания общества к вопросу комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.